Вы сейчас сами все видели, как идут сдаваться в плен украинские военные и что они говорят. Возможно, этот репортаж дойдет до полковника Андрея Лысенко, официального представителя силовой операции на востоке Украины. Непосредственный подчиненный Александра Турчинова, одного из главных сторонников продолжения войны, с невероятным и непонятным упорством настаивал сегодня, что любая информация о сдаче военных под Дебальцевым – это чистая пропаганда. Хотя с пленением силовиков смирилось уже и украинское Министерство обороны. Видимо, туда, через запрет на трансляцию российских каналов, все же пробились кадры, показанные еще накануне в программе «Время». Киевские генералы, правда, цепляются за слова, мол, военнослужащие полка спецназа и элитные бригады, охраняющие Генштаб, попали в плен на боевом задании. Задание провальное, но хоть все живы. Я тебе скажу одну правду. В Минске, когда я сказал, что, ребята, у вас есть котел дебальцевский, мне устами одного из посланников Петра Порошенко сказали, что у нас котла нет дебальцевского. И все, кто там сидит, находится, они нормально воюют. Они нормально, типа, защищаются. Если вы сдадитесь, вы будете жить. Ваш президент вас предал. Вы для него никто. Хоть вас там 5 тысяч, хоть 50. Вы для Порошенко кусок мяса. Это было накануне, а сегодня, ближе к вечеру, пришли сообщения, что Захарченко попал под обстрел в Дебальцеве и был ранен в ногу минометным осколком, который уже извлекли в больнице Луганска. Туда было ближе ехать, чем в Донецк, куда Захарченко привезут в ближайшие часы, сообщил агентству РИА Новости его помощник. Источник Интерфакса в Луганске добавил, что глава самопровозглашенной Донецкой республики вернется в строй дня через 3.